В Шереметьево ожидают прилета Инны Дереглазовой, которая завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Рио в фехтовании на рапирах. Сейчас в аэропорту собрались фанаты спортсменки, а также ее муж, наверное, тоже фанат. Как готовиться к встрече с победительницей, узнал мой коллега Федор Червяков. Федор, приветствую тебя. Итак, насколько бурная уже поддержка в аэропорту Шереметьево? Да, Алексей, я тебя приветствую, но пока все еще экономят силы, кричалки не репетируют, чтобы, ну, так вот эмоционально встретить. Совсем скоро вот выйдет она из этих дверей, но это пока другие пассажиры. Вообще это вход для персонала, и вот когда эти стюардессы либо пилоты приходят сюда, выходят из зала прилета, видят вот эту картину и жутко удивляются, и не понимают, почему здесь собралось столько камер, почему стоят ребята в форме ЦСКА. Ну, все просто. Инна Дереглазова представляет этот прославленный клуб, наша золотая олимпийская медалистка. Ребят, ну вот что знаете о Инне? Как будете встречать? Что дарить? Ну, мы подарим букет. Она молодец, она старалась, хорошее место заняла. Алексей, знаешь, что самое интересное? Вот это ребята не раперисты, они баскетболисты. Вот действительно вы в баскетбол играете? Да. А с рапирами вас что связывает? Фехтуете тоже или залы рядом? Нет. Ну, все-таки пришли поддержать? Да. Ясно, все. Ну вот самый главный, наверное, кто гость ждет нашу олимпийскую чемпионку, это ее муж Николай. Сейчас мы до нее дойдем. Напомню, Инна Дереглазова в финале обыграла с минимальным счетом 12-11 итальянскую спортсменку. А вот муж Николай, здравствуйте, мы в прямом эфире. Волнуетесь в ожидании? Да, волнуемся. Ждем. Вы где смотрели выступление? В чате. Волновались? Очень волновались. Переживали? Переживали, конечно. А что вот с собой? Почему именно эти цветы? Потому что Инна любит красные розы. Это ее любимые цветы. Сколько вы уже женаты? 8 лет. И у вас дочка есть? Да, дочь Диана. А чтобы ее мотивировать на победу в Олимпиаде, вы ей пообещали что-то, например, купить машину или какой-то еще подарок? Она сама была мотивирована на победу. Понятно. Ну, встретите и что будете делать? Отдыхать, поесть или куда? Скорее всего, отдыхать поедем. Потому что у него месяц отпуска. Отдых будет. Алексей, ну что еще хочется добавить, пока вот все в ожидании, рейс из Рима, а Инна летит транзитом из Рио-де-Жанейро, она прибыла сегодня в Рим, и вот отсюда уже летит сюда, рейс пока задерживается, но сотрудники Шереметьево нам говорят, что это ненадолго, и буквально через 10, а может быть 15 минут олимпийская чемпионка появится уже здесь. Алексей. Подозреваю, что из-за погоды задерживается рейс, над Москвой сгущаются тучи, но будем верить, все будет хорошо. Спасибо огромное, Федор. На прямой связи со студией был мой коллега Федор Червяков, который встречает олимпийскую чемпионку Дереглазову, которая вот-вот приземлится в Шереметьево.